По инициативе Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии в Карачаевске прошло межведомственное совещание по вопросу подготовки к зимнему туристическому сезону. В нем приняли участие представители органов муниципальной власти, силовых структур и соответствующих министерств и ведомств. Стороны обсудили проблемы взаимодействия правоохранительных и государственных органов республики, нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере туризма, провели анализ происшествий и несчастных случаев. Подробности расскажет Мурат Джанкёзов. Горнолыжный туризм в Карачаево-Черкесии становится все более популярным. В новом туристическом сезоне ожидается наплыв тысяч и тысяч туристов. Поводом для межведомственного совещания послужили несчастные случаи, произошедшие за последнее время на курортах республики. По инициативе Следственного управления сегодня проводится межведомственное совещание с целью предотвращения подобных несчастных случаев с участием туристов, местных жителей. И будут открытый диалог с целью выработки профилактических мер, с целью недопущения подобных несчастных случаев, с целью избежания возможных людских жертв. Вот, и упорядочение туристической деятельности на территории нашего региона. Проблема обеспечения безопасности на горнолыжных курортах многогранна. В горах всегда присутствуют элементы случайности, но свести ее к минимуму вполне возможно. Для решения этой задачи требуется создание комплексной системы безопасности. Негативные показатели в Следственном управлении в ходе процессуальных проверок и расследования уголовных дел детально проанализированы. Мы понимаем, что по-прежнему отсутствует нормативно-правовое регулирование классификации туристических маршрутов, и в том числе по уровням сложности. Кроме этого, есть вопросы по ведению реестра туристского рекреационного комплекса. Регистрируются не все отдыхающие. Есть вопросы взаимодействия с противолавинной службой. Серьезную тревогу вызывают то обстоятельство, что фактически сложившихся в республике условиях горного туризма на настоящее время сохраняется множество опасностей, продиктованных как самими природными явлениями, тоже поднятие уровня рек, селевые потоки, камнепады, лавины и тому подобное, так и связанные с недостатками организации безопасности туристов, местных жителей и работников объектов туристической инфраструктуры. С докладами выступили представители МЧС, МВД, Министерства здравоохранения, Министерства туризма и курортов о достаточности сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий при возникновении ЧС, порядка оповещения населения о неблагоприятных погодных условиях и проблемах взаимодействия государственных, правоохранительных и муниципальных органов власти. По окончании совещания заместитель руководителя Следственного управления указал на недостатки, выявленные в ходе совещания, отметил замечания. Все озвученные замечания обсуждены в ходе совещания и внесены предложения по решению всех вопросов. По итогам совещания приняты решения, в которых отражены меры, направленные на повышение эффективности при организации безопасного пребывания туристов на курортах республики. Мурат Джанкёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.